Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях колишній народний депутат України, доктор медичних наук Ірина Спіріна. Вітаю вас. Да, доброго дня. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели, коллеги. Всем добрый день. І от перше у мене таке питання. Всі ми знаємо, що був експеримент медреформи в декількох областях, і в тому числі у Дніпропетровській області в 2012-2013 роках, якщо я не помиляюсь. Ви тоді моніторили цей процес і, як я знаю, робили певний аналіз цього експерименту медреформи в декількох областях, тієї самої медреформи, яка зараз впроваджується вже в усій Україні. Розкажіть, будь ласка, про цей експеримент, які його результати і все ж таки, що тоді було з медициною у тих областях, де проходив цей експеримент? В першу чергу я хочу зупинити увагу всіх слухачів и сказать, что самая эффективная модель здравоохранения – это все-таки была система «Семашко». Давайте будем отталкиваться об этом. Прежде всего, до последних лет, ну вот до 90-х годов и включая уже 90-е годы, когда на ум стала приходить мысль о том, что нужно реформировать здравоохранение, то я хочу обратить внимание всех, что базировалась система «Семашко» на следующих принципах. Это бесплатность. Это то, что соответствует 49-й статье Конституции. Равная доступность для всех граждан. Первоначальное внимание оказывалось материнству, детству, единство профилактики и лечения – и, конечно, ликвидация социальных болезней. Ликвидация социальных – это инфекционные заболевания, это, в принципе, те заболевания, которые присущи для любого общества. И, конечно, привлечение общественности к этим проблемам. Это школы, это детские сады, это, конечно, прежде всего должны были быть программы государственные, и они были, существовали, и на этих всех основах, на этих принципах существовала система «Семашко». Что же послужило, почему именно реформаторы решили переинформатировать, я по-другому назвать не могу, нецелесообразность этого шага? Ну, наверное, дело было в том, что здравоохранение – это была одна из статей самых обеспеченных по финансированию. Если мы с вами возьмем статистику, то по статистике система «Семашко», она по Всемирной организации здравоохранения, по их выводам, она самая лучшая в мире. Сегодня кубинская система здравоохранения, она основана на этих принципах. То же самое Беверлиджи система, которой пользуются англичане, Великобритания, это тоже основано на принципах, базировалась именно системы «Семашко». Что же не устраивало, при какие причины? Ну, наверное, основной из причин, как посчитали реформаторы, это недостаток финансирования, то есть ресурсов. То есть тогда уже становился вопрос о том, что медицину нужно страховать, о том, что нужно применять именно страховой метод, метод оплаты медицинской услуги. Но как-то так в тот период они, это я имею в виду, они, это период 90-е, 2000-е годы, посчитали, что это будет очень нецелесообразно и этого делать не нужно. Я думаю, а что... Тут коротеньке питання. А що вони збирались робити з 49-ю статтею Конституції? Де чітко розписано, що безплатна медицина, там немає у статті, що медицина якась страхова чи яка. Тобто, що вони збирались робити з цією статтею Конституції? Вы знаете, до сих пор и тогда, и сейчас 49-ю статью Конституции не ликвидировали. Она есть и остается. И это говорит о том,
что Конституция для нас закон, самый высший закон. Значит, реформирование какое? Незаконное. Поэтому на сегодняшний день то, что делается, делают что? Пирамиду. Я считаю, что под вывеской реформирования медицины проводится так называемая оптимизация медицинской учреждений, а попросту их сокращение. А сокращение, раз медицинские учреждения, значит и сокращение врачей. Начали оптимизации, то есть создали так называемую пирамиду, разделили их на три этапа. Первичные санитарной медицинской помощи, госпитальные округа, это я уже подхожу к 2012 году, и второй уровень – узкие специалисты. 2012 год, тогда, когда три пилотных региона, это Донецк, это Винница, это Днепропетровск, они были как бы свидетельством того, что нужно проводить реформу. Свидетельствовали кто? Реформаторы. Еще раз я повторяю, для чего это делалось? Для того, чтобы уменьшить нагрузку на сельские районы, уменьшить нагрузку на города в отношении медицинского финансирования. То есть фактически начался развал медицинской структуры и оказания медицинской помощи. То есть, я не помиляюсь, суть этого эксперимента было просто скоротить витрати на медицину. Тому что взяли вот эти области и просто скорочивали витрати и бачили, как это происходит, или как? Да, совершенно верно. Под вывеской реформирования было, значит, развал медицины. То есть экономически в тот период не обосновали, статистика не была проведена, а главное, на что я всегда обращаю внимание граждан, я обращала внимание это с 2012 года, не было переписи населения. А для того, чтобы понимать, на какое количество нужно людей финансировать здравоохранение, для этого нужно было провести, сделать перепись населения. Без этого невозможно. А потом уже делить на все остальное. И вот началась эта реформа с 2012 года. Началась оптимизация в кавычках, начали сокращаться больницы, как я говорила, и, естественно, рабочие места. Ну вот давайте, если, Дима, я думаю, что мы много говорим плохо, 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 а давайте начнем от истоков. Что, для чего это сокращалось? И чтобы люди понимали причины всего этого, да, мы уже с вами разобрали, это экономия бюджетных средств. Мифы, которые сегодня запускают реформаторы, я хочу, чтобы понимали, как было тогда, а как сейчас. Проект бюджетного финансирования на тот период, я имею период Советского Союза, начало 90-х годов, он основывался прежде всего на койко-местах. Койко-места, которые были в стационаре. Из чего складывался бюджет? Бюджет складывался из статистики заболеваний, которыми, ну, естественно, болело население. И на этом основывались, то есть финансирование больничных коек, стационаров и врачей. То есть была четко прописана больничная статистика, и на основании статистики выделялись бюджеты. Естественно, формировали штаты, естественно, формировался и сами постройка больниц. Вот чтобы люди понимали, в чем основа была приоритета той старой системы. Что произошло сейчас? Какие проблемы? Проблемы начались с областей. В областях министерство, областные отделы здравоохранения совместно с областными советами, ну, основой являлись отделы здравоохранения, они что начали? Раздувать так называемых узких специалистов. То есть фактически в областях появились узкие специалисты, которые не выполняли ту бюджетную нагрузку, которая спускалась ниже. То есть фактически эти узкие специалисты, а этот дисбаланс произошел из-за того, что врачи получали заработные платы, но свою работу, свою нагрузку они не выполняли. Вот куда уходили деньги. Но наши реформаторы
этого не сделали. Они не просчитали, они не сделали, как я еще раз говорю, статистически не просчитали. И а они вот, просто... Вибачайся, от поясніть, що ви кажете, вузькі спеціалісти. Тобто це, я так розумію, що були тоді спеціалісти вузького напрямку медичного обслуговування, які отримували зарплатню, але просто нічого не робили, чи як? Нет, у них была нагрузка, очень маленькая нагрузка. Вот давайте с вами вспомним поликлиники. Вы заходите, читаете график работы в поликлинике врача-окулиста с 8 до 12. С 12 до 4 принимает другой врач. То есть, так, фактически, да, то есть фактически заболеваний не было. То есть врач-специалист просиживал на рабочем месте, и он не обслуживал специалистов и получал фактически деньги ни за что. И это действительно вот этот дисбаланс, который и привел к чему? К вот этим вот проблемам, на которые как бы не ссылаются сегодня реформаторы, а они говорят, слишком много койко-мест. Так вы меня извините, кто ж формировал эти койко-места? Вы же их видели, и вы должны были четко посчитать и не просчитать. То есть по-живому, я считаю, начали оптимизацию, в кавычках, реформировать то ценное, которое было у нас здравоохранение. Угу. А от все ж таки, якщо от проаналізувати результати саме цього експерименту, от саме от яких результатів зазнала оця от медицинська реформа от на тих трьох містах Дніпропетровськ, Вінниця і Донецьк? На тот період сократились больниці, сократились робочі міста. А в первую очередь, то есть рабочие места, они перераспределялись. То есть вместо ставки людей переводили на 0,5 ставки, на 0,25 ставки, на совмещение. То есть как бы выкручивались из той ситуации. Но главное, очень важное, то, что эта оптимизация, я хочу вот сейчас обратить на это внимание, на качество оказания медицинской помощи пострадало село. Село. Почему-то об этом никто не говорит. Где сегодня все-таки проживает 30% нашего населения? На сегодняшний день, по данным Минрегиона, почти 80% наших сельских больниц, они в состоянии без водопостачания. Да? Они сегодня фактически не имеют должного, нужного возможности обслуживать людей. А то, что касательно, что произошло в трех областях, при сокращении так называемых центральных районных больниц произошло объединение в так называемые вот центры, большие центры, куда женщина-роженица из села не могла доехать за определенное время. Почему? Потому что это было далеко, это было, во-первых, это колоссальные были затраты, и в результате этого мы получили смертность малюков, смертность уроженец, смертность людей по хилого веку и так далее. То есть увеличился процент смертности с периодов с таким реформированием. Ведь у нас вообще не была подготовлена структура, дорожная карта. Посмотрите на наши дороги. Прежде чем объединять центральные районные больницы и делать центры, для этого должна была произведена в первую очередь, что дорожная карта, если вы о ней говорите, она должна соответствовать тем нормам, для того, чтобы пациент не пострадал и получил должную, нужную медицинскую помощь. Ну, тобто, фактично, це скорочення лікарень і знищення лікарень саме, от, які доступні до людей. Тобто, фактично, ця реформа заключалася в тому, щоб зекономити бюджетні кошти і щоб люди вже не мали змоги десь у районі лікуватися, а їхати в область. Я правильно розумію? Ехать в область, ехать в города, вот, например, Софиевский район. Это рядом, ну, я имею в виду Днепропетровскую область, мы сейчас говорим, рядом Кривой Рог. Значит, ездили рожать куда? В Кривой Рог. А Софиевский район, это я взяла самый ближний район к Кривому Рогу. Софиевский район, он находится, многие села далеко, для того, чтобы доехать и родить. Ну, это я привожу как пример. И проблемы
Но анализ как таковой, Дима, фактически не был сделан. Ведь для того, чтобы проводить реформу, если мы идем уже по образцу европейскому, то в Европе, в европейских странах это десятилетия длится для того, чтобы не пострадали люди. А у нас, кондачка, это вообще было не информировано, было только на словах говорилось о том, что информируют все и вся. На самом деле люди были в неведении, врачи, доктора были в неведении, что далее будет. Результат очевиден, мы получили катастрофические проблемы, мы получили, вот мы говорим о чем, о том, что куда делись деньги. А я вот хочу сегодня сказать реформаторам, куда делись деньги. Деньги и обучение врачей общего, узких специалистов. Когда люди предпенсионного и пенсионного возраста, понимая о том, что такое переучивать специалиста, это переучивать нужно до полугода для того, чтобы он стал врачом общего профиля, будучи проктологом, гинекологом, он становится семейным врачом. Он лечит все идеально. Сроки укоротили. И сроки стали где-то до 2-3 месяцев. И мы получили резюме специалистов, я не хочу никого обидеть, но это правда, людей предпенсионного, пенсионного возраста, на которые были потрачены деньги. И квалификация, естественно, их соответственная. А молодых людей мы еще не подготовили. Сегодня, вот говорят, я читала, смотрела, изучала, мониторила, что говорила Супрун? Она сказала так, что в Украине сегодня 25 тысяч семейных врачей, а взагалі врачей всего 185 тысяч, как бы числится в реестре. Вот 25 тысяч, а выпускается, вузы выпускают по 5 тысяч. Вот обратите внимание, по 5 тысяч мы выпускаем сегодня врачей. Так почему же не подумали, к чему я это все веду? Почему не подумали о том, что прежде чем реформировать, нужно было начать с образования, с образовательной системы. И мы должны были уже тогда начинать учить семейных врачей, если так очень это нужно было. На самом деле, я еще раз повторяю, все это профанация. Ви щось хотіли сказати? Так, у мене питання. Я так розумію, що чиновники, які впроваджували тоді от так звану медреформу на тому пілотному варіанті в тих трьох містах, тобто фактично у них завдання було скорочувати лікарні. Я правильно розумію? Якщо сокращаються лікарні, значить, звісно, сокращається і фінансування. Тобто койка міста, рабочие места, все это в комплексе идет под нож, под сокращение финансирования, сокращаются бюджетные средства. Потому что бюджет вот, тех годов, 90-х, 2000-х годов, ВВП составило процентов, сегодня 2,5, 2,8, ну, по-разному говорят. Зрозуміло. А я от, якщо от аналізувати ситуацію в Києві, я так розумію, що пані Гінзбург, яка ліквідувала лікарні у Дніпропетровську, зараз чи області, вона зараз у Києві і теж очолює департамент охорони здоров'я. Це випадково з вашої точки зору? Чи все ж таки це така мета стоїть у влади просто скоротити лікарні і вони ставлять на посади ключові фактично людей, які це вже вміють і це вже проходили? Знаете, вообще это парадоксальный случай. Вот в моем понимании, я говорю как субъективно, я сейчас выступаю от имени себя, ну и, конечно, я, очень многие люди, медики, разделяют мое мнение. Ну как это так? Человек нанес такой ущерб, такой вред здравоохранению. То есть и сегодня, а ее через несколько лет, ну это 15-16 год, после выборов это все было, ее приглашают, ну, я думаю, что она нашла возможности, нашла связи для того, чтобы ее опять поставили на ключевое место. Да, вы совершенно правы. То есть этот человек, он умеет реформировать в кавычках, он умеет сокращать, он умеет четко под козырек брать все те требования, которые исходят выше. И она это очень успешно делает, не считаясь в императивном плане,
То есть я знаю ее как я сужу о ней как о человеке. Императив – это, ну, будем говорить, человек, который видит, наверное, только и считается со своим мнением. То есть это характерно как для личности. Ну, а вот ще таке питання. Є 184 стаття Кримінального кодексу, де чітко визначено, що незаконна ліквідація лікарень – це протиправна діяльність, і за це, якщо не помиляюсь, там до 2 років тюрми можна отримати. Чому, якщо брати ось цей так званий експеримент з медреформою, чому ми не бачимо якихось дій з боку правоохоронних органів, з вашої точки зору? Если вы читали стенограмму, которая была в 2013 году 5 июня, там в стенограмме четко мной проговорено о том, что те, кто реформировал, те, кто нанес, я считаю, самый настоящий вред государству Украины, прежде всего людям, их нужно привлечь к уголовной ответственности. Это я сказала с трибуны Верховной Рады. Скажите, пожалуйста, кто сделал какие-то выводы? Я как депутат, я была первым заступником Комитета охраны здоровья. И я выступала против реформы, писала очень много запросов на эту тему, но, естественно, мои все запросы, они положены под сукно, и рассматривать их никто не стал. То есть реформа шла семимильными шагами, и мы с вами знаем следующий преступный, так называемый, после Гинзбург, 3 региона. Реформа пошла семимильными шагами, 15-й год, у нас сокращается служба эпидемиологическая, мы сегодня по коронавирусу прекрасно видим. И я задаю один вопрос. Вот мы сейчас говорим о финансировании. Куда делись, куда перераспределились деньги именно сокращение санитарно-эпидемиологической службы? Они же куда-то делись, правда? Они же куда-то ушли. Раз службу сократили, значит, деньги ушли. Они априори были. Поэтому, сократив это так называемое биологическое, это национальная безопасность государства, сократив, я не знаю, уповали на то, что Квиташвили, что эта служба вместе с Супрун, вместе в одну дудку, он сначала как министр, потом она, что это коррумпированная система. Давайте будем правде смотреть в глаза. А что сегодня здравоохранение не коррумпированное? Конечно, коррумпированная. Мы сегодня четко с вами видим и прослеживаем, что я врач, и я не должна, но я как гражданин Украины, я должна говорить о том, что есть. Ведь сегодня заработная плата врача, она исчисляется 4, 5, 6 тысячами. А сколько зарабатывают бабушки-пенсионеры? А сколько вообще наши пенсионеры сегодня получают заработную плату? Поэтому, естественно, есть коррупция, есть благодарности. Ще таке питання щодо корупції, якраз у лікарів. Ми зараз бачимо, що НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, тільки вона має право фінансувати з бюджету наші лікарні, вона оприлюднила тарифи, які, в принципі, занижені десь в 2 рази, десь в 3, десь навіть в 4 рази. Тобто, фактично, медикам, щоб лікувати пацієнтів, дають в 3 чи в 4 рази менше грошей. І це фактично прописано в законодавчій базі. І ми бачимо, якщо до лікаря приходить пацієнт, а йому держава дає тільки 20%, умовно, чи 30% на лікування цього пацієнта, а 70% не вистачає, ну то логічно, якщо вилікувати цього пацієнта потрібно, якщо він помре, лікар йому каже, от ще потрібно 70%, і це не моя забаганка, це просто, щоб надати вам допомогу. І він, пацієнт, змушений фактично йти це купувати. Ми просто розуміємо, що якщо раніше держава фінансувала клініки на 100%, тоді сума для пацієнта була значно менша, яку він мав доплатити. Зараз, якщо фактично при медреформі скоротилося фінансування на 50-70%, ми бачимо, що ці гроші, які доплачувала держава, зараз повинен сплачувати пацієнт. І в тому числі лікар повинен, якщо він хоче врятувати життя цієї людини, вимагати з пацієнта ці кошти. Тобто ця реформа, вона стимулює корупцію лікарів. А чи є, от, поправте мене, якщо я десь помилився у своїх визначеннях і аналізі цієї реформи?
Давайте, Дива, сейчас рассмотрим вопрос финансирования. Вот все-таки финансирование, чтобы для людей было понятно. Наши реформаторы стали рассказывать о том, что денег нет. Да, мы это уже разобрали. И на тот период они предложили три, так называемую, трехступенчатую систему финансирования. Первая ступень финансирования – это государство, это 70%. Это из местных бюджетов, это так называемые субвенции. И третий – это фонды, кто сколько даст. Вот приходит пациент, да, и пациент ему говорит, вот есть фонд, и в этот фонд нужно заплатить деньги. И тогда уже как бы вот эти вот деньги были распределены. На сегодняшний день при втором этапе, второй же этап уже начался, реформы, да, кто занимается финансированием сегодня медицинской отрасли? НСЗУ, так называемая Национальная служба здоровья. Эта структура, чтобы для людей было понятно, она между Министерством финансов и между здравоохранением, ну, правительство, да, будем говорить так. Это служба, которая по сути, по своей, она выполняет функцию министерства. При министерстве сегодня сокращение было, а департамент остался, да? Сегодня Супрун создает эту коррумпированную, я считаю, ну, коррумпированную, почему? Потому что, я так говорю, те заработные платы, которые, посмотрите, в НСЗУ, это просто уму непостижимо. То есть, фактически, что такое НСЗУ? Это страховщик МОЗ. Его создают под следующий этап, это страховая медицина. То есть услуги, которые сегодня, ну как бы на государстве медицинские, были 70% от государства и 30% субвенций, на сегодняшний день это будет за счет людей. Хотя и говорят, рассказывают, что мы взяли английскую, так называемую, это Beveridge, это система, которая государственного страхования, а я хочу задать вопрос, а страхование будет государство, из чего страхование? Вот Юлия Владимировна буквально недавно предложила новый законопроект, где она тоже пишет о том, что 70% государства, 30% из госбюджетов, остальное люди. Так, давайте с вами, ну, будем реалистами и будем смотреть, это что, та же реформа, это возврат к тому трехступенчатому страхованию, на котором будет полный провал и полезну, мы упадем окончательно, потому что 70% от государства не будет, бюджеты местные финансировать не будут, потому что уже не дают Минфин на местные бюджеты, то есть на местные уровни субвенции, их уже нет. И доплачивать больницам вот этим 30%, которые сегодня остались, кто будет? Дядя Федя, тетя Мотя? Извините, что я так говорю, и это правда. Так вот, нужно с чего начинать? Сегодня говорят так, вот реформаторы наши, деньги идут за пациентом. Как универсально, да, как красиво звучит. Но реально, давайте посмотрим на то, что происходит. Зарезервировать деньги, которые они хотят, вот в НСЗУ, это нереально. Любой человек, который как бы немножко разбирается финансировать, как можно зарезервировать деньги и оставить в НСЗУ? Такого априори быть не может. И для того, чтобы НСЗУ четко понимала и планировала, вот я еще для людей рассказываю, что НСЗУ заключила договора с больницами. Эти договора – это медицинская услуга, сколько врач заработал, то бишь сколько он принял пациентов, столько он и получит денег. Что произошло? Сегодняшним произошло то, что наши реформаторы, что они не сделали, они не спрогнозировали на 2020 год,
сколько по стационар могут лечь людей и сколько будет лечиться. Скажите, пожалуйста, это можно спрогнозировать? Конечно, нет. Это нереально. То же самое, как и зарезервировать деньги. Первый вариант, также и второй вариант. И по оценке эффективности работы больниц, которые заключили договора, то есть были оплачены деньги. Что это за эффективность? Это были взяты отчеты за прошлые года, и больницы многие получили деньги сверх того, что они заработали. А от у мене ще таке питання. Основною фішкою цієї так званої медреформи, щоб лікарня отримала гроші, вона повинна заключити договір з Національною службою здоров'я. Інакше лікарня грошей не отримує. Цікаво, що якщо ми беремо лікарню, є постанова Кабміну, яка забороняє НСЗУ заключати договори з державними лікарнями. І таким чином державні лікарні повинні перетворюватися в неприбуткові комунальні підприємства. І фактично дуже цікава ситуація виникає, тому що є в нас фактично комерційні лікарні, які мають безперечне право заключати договори з цією Національною службою здоров'я. Є в нас умовно ті лікарні, які перестали бути державними і перетворилися в неприбуткові комунальні підприємства. Вони теж мають право. А з вашої точки зору, чому саме вирішили заборонити саме державним лікарням заключати договори з НСЗУ? От чому така дискримінація? В чому суть цієї такої от постанови, яка от не має жодного сенсу? Це фактично, якщо комерційним можна, чому державним клінікам не можна? А потому что государственные клиники, они не прибуткові. И в первую очередь для того, чтобы то, что сегодня и произошло по последнему распределению денег, что я вот сколько врач заработал, столько и получит. Но это, естественно, социальное неравенство. И что произошло? Главный врач, администратор больницы, он просто взял и поделил эти деньги между всеми. То есть один принял 100, а второй принял 20. И для того, чтобы сохранить штаты, для того, чтобы сохранить людей, просто четко, тупо были поделены эти деньги между всем медицинским персоналом. Поэтому невыгодно. А я хочу сказать, коммерческие заключают, потому что, смотрите, коммерческие больницы, они фактически, ну, будем говорить, это свой... Коммерческие больницы имеют свой прескурант, правильно? Коммерческие больницы имеют как бы этот прескурант, который абсолютно никакими законодательствами. А и государство помогает финансировать государственную структуру, то есть частную структуру, которая уже зарабатывает деньги. То есть это выгодно для экономии, для коррупции и для всего остального, для коррупція. Ну, я тобто, фактично, считаю... комерційні лікарні можуть надавати відкати таким чином в НСЗУ, і НСЗУ, конечно, буде ще заробляти додатково на цьому. Просто закладаючи, конечно, ці відкати у свої тарифи. Я вважаю, що от моє мнение, я дуже серйозно розбиралася з цими питаннями, розмовляла з людьми, розмовляла з фінансистами, і фактично це так називаємо тіньова своєго роду схема. Схема, яка дуже удобна. А якщо от перейти до іншого питання, з вашої точки зору, чому МВФ вимагає впровадження медицинської реформи в Україні? Ну, давайте ми почнемо з вами спочатку, коли тільки починалася реформа. МВФ фактично контролювала внедрення медицинської реформи в Україні. Как только реформа чуть-чуть останавливалась, в 2014 году правительство Азарова, кстати говоря, вот перед концом они остановили реформу. Как только останавливались, с приходом нового правительства переворота, все начиналось с самого начала. Потому что это контроль денег, это коммерциализация. Коммерциализация, которая медицины, коммерциализация, которая приведет прежде всего к социальному
неравенству. Не всем она будет доступна. Не каждый человек сможет получить должную медицинскую помощь, а он сможет получить только помощь неотложную. А неотложка, давайте вот я на это тоже хочу обратить внимание, что МВФ прежде всего преследует какие цели? Это прежде всего сокращение затрат на здоровье людей. Поэтому вот вам ответ на все вопросы. А в плане неотложки, неотложной помощи, извините, что я так говорю, я хочу сказать следующее. Существуют так называемые стандарты лечения. Вот неотложная помощь, она получается, она финансируется в больнице и используют именно препараты государственные. То есть имеет право национальный протокол, по оказанию помощи, а закупаются только отечественные препараты. Что в этом кошике так называемом? Это препараты, это глюкоза, это физраствор, это гидрокортизон. То есть все жизненно необходимые препараты. Но когда у человека очень серьезная проблема со здоровьем, по неотложке ему нужна операция, то что он тогда, тогда уже национальное назвали, абсурдно, то тогда человек уже идет и занимается чем? Есть фонды. Помните, о чем мы говорили, когда закладывается один из средств финансирования, это фонды. Человек идет, закупает бинты, закупают его родственники все, что необходимо для операции. То есть вот этот национальный перечень и помощь в неотложных случаях, она становится, ну она вообще на сегодняшний день при том финансировании, которое есть, она неспроможна. Для того, чтобы неотложная помощь заработала, нужно как минимум 6% от ВВП, для того, чтобы она была качественной. А еще тоді питання таке, от ми бачимо зараз, що вже два місяці йде другий етап медицинської реформи. З вашої точки зору, які результати саме другого етапу реформування саме спеціалізованих лікарень, з вашої точки зору? Моє личне мнение, що це не реформа, я не можу назвати це реформа. Це провал, це бездна, це в нікуди. Медицина докатилась до таких сьогодні жуткого состояния, что зайти, вот я приведу вот правильно статистику, 75% сегодня населения просто в больнице к врачам первичной помощи семейным не обращаются. Они обращаются куда? Сразу во вторичку. Они лечатся и получают сразу профильную помощь. Это говорит о том, качество реформы, так называемой, по обращаемости людей. То есть люди не доверяют, для людей это дорого, и это на сегодняшний день не работает. При наличии того, что на одного семейного врача должно быть количество пациентов 2000 пациентов, где их брать? С чего их скирдовать? Именно я говорю это слово и не побоюсь его сказать. Наши врачи расклеивали семейные по столбам, по подъездам, что рекламировали себя для того, чтобы пришли и заключили с ним договор. И когда говорит Супрун и Энд прочее о том, что сегодня пациент может выбирать, кого выбирать, что выбирать, о чем идет речь, обеспечьте людей качественно, территориально, помощью, как это было раньше, это были кто? Терапевты, это были участковые специалисты. Но тогда, когда Супрун, есть такая работа семейного врача, ну то есть когда они разработали так называемую схему работы семейного врача, схему работы узкого специалиста и работа врача-педиатра. Так вот, в работу врача семейного входит это контроль, наблюдение за здоровьем деток, это оказание паллиативной помощи. Что это такое? Это качество жизни, качество здоровья за детками. Давайте мы с вами вспомним. Педиатрическая служба в
Польшу. В 95-х годах поляки отказались от педиатрии. Что они получили? Они получили смертность. Они получили детскую смертность малюкову, одну из самых высоченных в мире. И мы пошли по этому принципу. И сейчас мы говорим о том, что врач семейный, он тоже на каком-то этапе может и зарожить с женщинами, которые беременные, у которых нет осложнений. А кто сегодня из женщин обращается уж так сильно в акушерские, в гинекологические консультации? Мы знаем с вами по статистике, много женщин сегодня и на дому даже рожают. Вот до чего докатилась медицина. Так? А от ще таке питання. Ми ж розуміємо, що другий етап – це не все. Є ще третій етап медицинської реформи, і він буде стосуватися саме інститутів, там, Амосова, Шалімова, таке інше. Тобто ми розуміємо, що у 21-му році ці інститути, вони повинні теж перейти під фінансування от так званої НСЗУ. Чим це загрожує для медицини в Україні і для кожного громадянина? Закриттям цих інститутів, ці інститути, вони не зможуть обезпечити таку нагрузку, тому що в основному ці інститути, вони виконують функцію консультативну, оказання допомоги, предотвращення, якби профілактичну, научну. А давайте з вами скажемо, хто сьогодні займається наукою, хто виділяє на науку гроші, а ніхто. Програми научні не працюють. Тому це буде закриття, це буде крах. А сегодня я бы хотела вот остановить ваше внимание на следующем. Вот смотрите, откуда можно взять еще деньги? Почему об этом не подумали наши реформаторы? До речі, це наступне питання. Я ж розумію, що от ми бачили, що президент сам себе розкритикував, тобто медицинську реформу, і він казав, що це не реформа, коли закриваються лікарні, коли лікарі опиняються на вулиці, хоча вже десятки тисяч лікарів опинилися на вулиці. І ми теж бачили заяви і міністра охорони здоров'я, і вони намагаються якимось чином все ж таки зберегти фінансування на рівні 2019 року лікарень, щоб не закривати, щоб не виганяти людей, хоча вже багато вигнали. І де все ж таки брати на це гроші? Тому що десь потрібно взяти величезну суму грошей. А їх, я так розумію, немає. Якщо секвестр бюджету вони не планують робити, є тільки антикоронавірусний фонд і все. Во-первых, то, что они сейчас хотят сохранить вот эти 30% больниц, это временная мера. Это мера, которая рассчитана практически на 2020 год. В 2021 году просто эти больницы, они автоматически закроются, они не будут финансироваться, и это очевидный факт, и он абсолютно понятен. Для того, чтобы получить субвенцию вот в государстве, а мы только что говорили, что субвенции уже не будут поступать в местные бюджеты. Временно сейчас таким образом, для того, чтобы не было бунтов, для того, чтобы перейти красиво, аккуратно, без взрыва общества, перейти на страховую медицину. Для этого это и делается. Это путь в никуда, это то, что повлечет за собой неспроможность сегодня наших граждан обеспечивать себя. А в первую очередь почему? Потому что на сегодняшний день из чего финансируется здравоохранение? Из наших с ваших податков. Налог 20% на ПДВ. Оплата за любую, ну будем говорить, все, что мы покупаем, то есть учитывается на налогообложение, на все что угодно. То есть, но давайте не забывать, а сколько денег сегодня налоги платят наши богачи, наши миллиардеры в офшорах, правда? Почему бы сегодня закон не о страховании, а закон для того, чтобы оттуда денежки вернуть, да, и налоги наши миллиардеры, которые заработали деньги на нас, вернуть сюда? Поверьте мне, мы с вами перекроем 125 бюджетов для того, чтобы сегодня было полноценное, качественное государственное финансирование нашего, так называемых, наших людей. И очень важный момент.
Если этого не поймут сегодня реформаторы, что только один может быть источник финансирования – это только государство. Государство должно распределять четко деньги на здоровье людей, потому что это наши деньги. И там, где есть проблемы, а проблемы бывают тогда, естественно, дофинансировать те или иные больницы. Поэтому на сегодняшний день вот в этом кризисном состоянии, о дальнейшем развитии, как ее называют, реформы, мне сложно сказать. Я думаю, что это будет провально, это будет крах, это будет полная коммерциализация. А если сегодня государство не будет контролировать частные клиники, то хорошего ничего не будет. Я могу сказать, да. А от якщо все ж таки повернутися до, де вони будуть брати кошти? Їм зараз потрібно десь у такому гарячому режимі десь взяти кошти і зберегти оцих 30-40% лікарень, які зараз планують закрити. Я так розумію, роблять вони це з декількох причин, і основна з них – це місцеві вибори. Якщо вони їх не збережуть, це буде дуже погано впливати все ж таки на рейтинг партії «Слуга народу». Де їх брати, ці кошти? Я думаю, что на этот период деньги – это не такие большие сегодня. Да, это большие деньги, они рассчитывают на то, что будут транши из МВФ. Ну и, конечно, я думаю, будет перераспределение денег из каких-то из других сфер. И для того, чтобы сейчас, для того, чтобы людям показать, что все хорошо, пока они получат субвенцию, эти больницы сохранятся, как я уже говорила, а потом они просто уйдут в никуда. Это я абсолютно четко могу аргументировать, потому что денег брать неоткуда. И следующий этап, поверьте мне, это будет после выборов. Сейчас они этого не сделают, хотя Юлия Владимировна уже предложила, и там есть альтернативные так называемые законопроекты. Но это будет немножечко чуть-чуть позже. Но самое главное, они нарушают наши права. 49-я статья. Эти все реформы, они незаконны, они не конституциональны. Для Конституции нарушается в полном объеме. Нарушаются наши с вами права. Дякую вам, дякую, що приділили час і надали таку розгорнуту відповідь на всі наші запитання. З нами в програмі була Ірина Спіріна, доктор медичних наук. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий, Дмитро Василець. До наступної зустрічі.